Всем привет! Привет, мои хорошие! Пятница у нас сегодня. Аленка вышла в магазин. Не в магазин, а вчера убирались во всех углах и нашли две пачки. Пачечки зелененькие, огурцов. И сейчас у нас уже люди все высаживают рассаду, и огурцы, и помидоры. У кого свои теплицы, у кого что. И вот пойду отнесу хорошей знакомой. Мы с ними хорошо, крепко общаемся. Они старше нас намного, но умные, воспитанные. Есть чему поучиться у них, да? Есть с кого пример брать хороший. И вот она у нас работает в магазине. Созвонились вчера. И пойду отнесу ей. Она сегодня работает до 3. Ну и так прошвырнусь. У меня еще 2 горшка пустых наверху. Видео, кто видел на балконе, я прибралась. Но еще не хватает цветов. Может быть, какая-нибудь акция на те же Анюткины глазки или еще что-то. И мне нужно еще упаковочку цветов купить, чтобы уже довести дело до конца. Хотя Константин сказал, на следующей неделе у нас опять холодно. Но Анюткины глазки, они морозоустойчивы. Раз их продают, значит, они выдержат любой мороз. Они у меня всегда с 1 марта цветут. И до следующих цветов, когда сезон идет на следующие цветы, я их меняю. Вот так, короче. Пойдем прошвырнемся. Делать нечего, пятница. Выходные дни на носу. Они у нас и так выходные, потому что мы в отпуске. Кто в отпуске, кто безработный. Знаете, что хотела сказать вам? Вчера уже вспоминала с Константином, что что-то мне с Арбайзан-то ничего не пришло. Пришло подтверждение, какую зарплату мне начисляли за год. Подтвердить, что это подлинно. Действительно, вы согласны с этой зарплатой. И все, и молчок. Раньше они нас закидывали папками бумаг, БВР-бунгов, реклам, куда на работу требуются люди, куда что. А сейчас молчок. Но я уже вам говорила, что хороший оператор нам попался, человек, да? Я когда в прошлый раз увольнялась 1,5 года назад, ну, с работы ушла. И это мы когда пришли с Аней сказать, что я уже на работу устраиваюсь с 15 августа, 1,5 года назад, да? Он говорит, а что, ваша мама поторопилась? Могла бы еще дома посидеть. Он сразу думал, сразу сказал, что это ненадежное мероприятие, что кататься на автобусах, так дело не пойдет. Могла бы дома еще посидеть. Возраст уже, мол, типа, да и не сама по собственному желанию уволилась. Могла бы еще резину потянуть. Ну вот, устроилась так устроилась. А сейчас, видимо, скажет, пусть эта тетка посидит еще дома. Не знаю, какие у них, что у них в голове, не могу залезть к этому мужчине. Но мужчина попался очень хороший, понятливый. А у нас поляны подснежников. Ну, это они их так называют. Я не знаю, как они по-настоящему называются. Прям поляны цветут, поляны. Классные. Даже желтенький вылез между синенькими. Вообще прелесть какая. Птички так резво поют, чувствуют, что уже весна. Кто-то сказал, говорит, ой, Аленка, так птицы поют красиво, такими переливами. И правда, действительно красиво. Я после прогулок всегда сажусь на лавочку и сижу, слушаю пение птиц. Шикарно успокаивает нервы, да и вообще все успокаивает. Вот у меня 2 пустых горшка. Сейчас я их пересажу. Прямо все вывалю. У меня есть земля свеженькую, новенькую. Туда помещу и цветочки высажу.
Вот сейчас баклажанчики будем приводить в порядок. Пришла уже домой, и вот баклажан. Уже жопка начала гнить. Просмотрела, дуреха. И вот такой баклажанчик у меня остался. Сейчас мы сделаем салатик. И наша курочка. Ой, вкуснятина. Запах такой стоит. Сейчас мы все это сделаем с вами. И будет у нас обед, ужин и все остальное. Ой, пропиталась. Вкусненько будет. Ставим духовочку. Ох, какой светофор у нас оранжевый. Духовка должна работать по полной программе. По полной. И это все жарим заодно. Экономика должна быть экономной. Остался же у меня один еще баклажанчик. Сейчас мы его сделаем. Сейчас покажу вам. Проверим, вкусно и возможно такое или нет. Положили две палочки. И вот так должны разрезать. Но вряд ли так получится у нас. Никакие палочки нам не помогут, они сильно маленькие. Какие карандаши надо ложить, чтобы их вот так резать правильно.
посолим. Немножко смажем маслицом. Палочки нам не пригодились, только вымазали их. Мы с вами сделаем такую красоту, которую у меня нету мяса, а есть бекончик. Все нужно пробовать. Все, что показывают в интернете, иногда не всегда правда, да? Вот видите, палочки положила, а они этому баклажану, как слону дробина, не прокатывают эти палочки, чтобы разрезать красиво. Пришлось разрезать, как разрезалось. Сейчас посмотрим другой вариант. Пока духовка работает, сделаем еще этот вариант. Ну, как раз мне хватает почти. Оставшийся бекончик и сырок. О, какой червяк у нас получился. Ложим в духовочку. О, как красавица. Если еще и вкусный будет, буду постоянно так делать. Ну вот так будем обедать садиться. О, устала. Все попеределала. Щеки вон такие красные. И цветочки посадила. И курицу сделала. И баклажаны. И салатик. И водичку с лимончиком. Все, мои хорошие. Народ приходит, заполняет зал. Мы садимся обедать. Всем приятного аппетита. Ужина. Или завтрака, кто меня будет в какое время смотреть. Пока-пока!